Всем привет! В этом видео мы приготовим еще одну вкусняшку по официальной поваренной книге Hearthstone, а именно удивительную тарталанскую пиццадилью. Это интересное название отсылает к существам в мире Warcraft под названием тарталаны, к вот таким гуманоидным черепахам. Именно поэтому в рецепте изображена черепаха, не обошлось и без игры слов. Тарталаны образованы от английского слова turtle, черепахи. А на это слово в свою очередь похожи тортильи, которые и используются в рецепте. Кстати об ингредиентах. Помимо тортильи для приготовления понадобятся оливковое масло, томатная паста, соль, черный перец, чесночный порошок, луковый порошок, итальянские травы, сыр моцарелла, сорт которого я выбрал специальный для приготовления пиццы, пармезан и начинка для пиццы по вашему желанию. Я же взял колбасу салями. Во-первых, это по классике. Во-вторых, на картинке рецепта изображена именно такая пицца, а я очень хочу приготовить по канону. В первую очередь необходимо приготовить соус для пиццы. Для этого в небольшой миске на медленном огне смешайте томатную пасту и все необходимые специи. Далее нужно натереть весь сыр, так как в книге, как всегда упоминается, уже натертый сыр. Если же вы приобрели уже измельченный, то вам повезло и вы можете пропустить этот этап. Когда все ингредиенты будут подготовлены, в сковороде разогреваем оливковое масло, а сами в это время быстро формируем основу для пиццы. Для чего необходимо смазать тортильи приготовленным соусом, затем на одну из них выложить оба сыра и прижать сверху второй смазанной лепешкой тортильи. Основу помещаем на сковороду и обжариваем с двух сторон в течение нескольких минут, пока каждая сторона не подрумянится, а сыр слегка не растает. Переложите приготовленные основы на противень, смажьте их соусом, выложите сыр, выбранную вами начинку и отправляйте в духовку с включенным грилем на верхний уровень, примерно на 15 см от него. Готовьте несколько минут, пока сыр не начнет пузыриться и румяниться. Вот такая она, удивительная тарталанская пиццадилья. Тарталаны, возможно, не самый быстрый народ, но их скоростные пиццы можно приготовить, пока падает шляпа. Они особенно популярны среди друзей в таверне после нескольких домашних напитков. Приятного аппетита, пока!